представляем вашему вниманию новинку от компании Hollister. Женский утепленный костюм, называется Индира. Костюм, курточка костюма изготовлена из современной ткани Локерлайн. Ткань, несмотря на то, что она курточная, имеет внутреннее покрытие очень мягкое, и поэтому ткань абсолютно не шуршащая. Может использоваться на охоте. Внутри ткань имеет влагозащиту примерно 1500-2000 миллиметров водяного столба. То есть выдерживает мелкий моросящий дождь, капли с веток после дождя, мокрую траву. Ну, конечно, не сильные дожди и не приливные дожди. Внутри курточка утеплена фактурным флисом. Вот таким вот мягким, теплым, удобным. Внутренний карман под документы, смартфон, ключи. Вся курточка сделана по женской конструкции. Очень хорошо облегает тело, подчеркивает стройность, приталенная. Яркая отделка салатового цвета. Карман на груди, два кармана на животе, рукава с резиночкой, вот с такими удобными патами. Капюшон со стяжками объема в двух плоскостях стягивается вокруг лица и регулируется расположение козырька над головой. Низ по спинке имеет удлинение, что удобно куда-то присесть. И вообще курточка имеет форму как бы современную, очень модную форму папки. Брюки выполнены из другой ткани, из ткани тослан. Курточная ткань, толстый тослан 180-й, влагозащита тоже 1500-2000 миллиметров водяного столба. Курточка на застежка на молнии, вверху пояс застегивается на прочную надежную джинсовую пуговицу, которая никуда не денется. Боковой карман на молнии, объемные колени. Вот такие вот стройные брючки. Костюм Индира. Температурный режим примерно плюс 5 градусов и выше. Продолжаем нашу презентацию. Демисезонный женский костюм. Называется костюм Индира. Вот такая вот удлиненная в стиле парки курточка и брюки. Костюм для прохладной погоды в весенне-летний период. Значит, костюм с капюшоном, воротник, стоечка. 4 кармана на костюме. 2 кармана на животе, на молниях, причем они теплые, в них очень хорошо согревать озябшие руки. Верхний карман Наполеон и один карман на брюках. Костюм выполнен из ткани линия Локер. Ткань с полиуретановой пропиткой, держит дождь, мелкий кратковременный дождь, без мембранного покрытия. Но ткань очень мягкая, почти что не шуршащая, несмотря на то, что полиуретановая пропитка, как бы это относится к категории курточной ткани, вы можете посмотреть, ткань абсолютно мягкая. Еще одним достоинством этой ткани является ее очень высокая прочность и стираемость. Потому что в составе ткани 17% капрона, самого прочного волокна, и 83% полиэфира.
Костюм полностью проклеен, все швы герметизированы для защиты от дождя. Брючки выполнены из курточной ткани Таслан. Брючки однотонного цвета. Костюм утеплен теплым флисовым подкладом. Флис используется фактурной структуры, вот в таких вот виде сот, плотностью 150 грамм на метр квадратный. Внутри на подкладе есть кармашек на молнии под документы, под телефон. Вот такой вот костюм. Капюшон не отстегивается, капюшон вточной. Но при этом воротник стойко плотно облегает шею и закрывает от ветра, от продувания. Рукава на эластичной резине и застегиваются на паты. Брюки с объемным анатомическим коленом. Верх брюк на эластичной резине и на застежке на прочную джинсовую пуговицу. Костюм индира для прохладных летних дней. Температурный режим до примерно плюс 5 градусов.